Siniakovskin perhe on oppinut juomaan pikakahvia ja käymään mustikassa Pohjanmaalla nyt, kun oma kotitalo Harkovan lähellä jäi sodan jalkoihin viime helmikuussa. Perhe jätti kotinsa vasta pakoon edessä kesällä, kun pommitukset Harkovassa yltyivät. Ikävä kotiin on mielessä koko ajan. 24. февраля, ровно 5.02, начался артиллерийский и ракетный обстрел. Видимо, позиций военных украинских. Мы не знаем, у нас просто пропал свет, и мы услышали вибрации и взрыв. Это было в 5 утра. Mitä Виктория ajattelit silloin tuossa tilanteessa? Я не знаю, ну, честно, я не могу сказать, что я думала. Мне было просто страшно и была неизвестность, потому что с первыми обстрелами у нас пропал свет и какая-либо связь практически вот. Мы не знали, у нас не было ни телевизора, ни радио, ничего. Мы не знали, что вообще происходит и что ждать. Куинка нопеасти пятитте лехтеа поис Украинаста? Не быстро. Мы не хотели покидать дом, потому что мы очень много сил вложили в дом. Вот. Буквально летом перед этим поменяли крышу, стены, много денег вложили, много сил. Ну, 4 месяца мы были там. 4,5. Даже 4,5. Mikä sitten lopulta vaikutti lähtöpäätökseen? Сдали нервы. У нас не было, как было сказано, с 24 февраля света. Со 2 мая не было, пропал газ. Мы готовили еду на костре, жили в подвале с маленьким ребенком, как бы, и с двумя соседями. Просто уже сдали нервы, надежды, и становилось все громче и громче в нашей стороне. Lähtöpäätös syntyi, kun venäläissotilaat ilmestyivät kadulle ja granaatin isku osui naapuriin, joka haavoittui pahasti. Se oli lopullinen päätös jättää kotimaa ja pakata autoon oma perhe, isovanhemmat ja 2 naapuria. 2 ihmistä joutui matkustamaan koko matkan peräkontissa. Suomessa tie vei Pohjanmaalle, josta löytyi asuntoja, nopeasti myös työ. Jevgeni työskentelee ompelijana säkkitehtaalla, mutta kaipaa koneteknikon työtään Harkovassa. Paluu kotiin on mielessä koko ajan. Есть большое есть. Хочется вернуться домой. Кюже, да, ждём, надеемся, что может в конце концов уже освободят, потому что когда мы сидели там, мы слышали уже, но мы научились. В общем, отличать по звуку, откуда стреляют и кто стреляет. И мы слышали, что наша армия, она уже близко. Ну, то есть, если мы слышим выстрел из миномета, а не прилет, мы понимаем, что это недалеко, это ну, 500-800 километров максимум. Онко teidän kotinne jäljellä vielä siellä Украинас? Да, на данный момент пока да. Мы очень надеемся, что он и останется. Onko kova ikävä jo kotiin? Очень сильно. Очень тяжело. Очень хочется домой. Очень. Onko teillä joku toive, mitä Suomi voisi tehdä tai mitä länsimaat voisivat tehdä? Запад имеется в виду коллективный Запад, ООН и НАТО. Не знаю. Мне бы хотелось, чтобы в конце концов собрались войска НАТО и пошли по границе Украины. Останавливая огонь, исполняя Будапештский меморандум, который был подписан, чтобы в конце концов кто-то, хоть кто-то в мире начал нести какую-то ответственность за подписанные документы. Иначе международное право просто теряет свою сущность.